красный свет. Понятно, красный свет — это смерть. Красный свет, а... Так, красный свет. Понятно все, понятно все. Я не могу бежать, я не могу бежать, я не могу бежать. Это капец, мы умрем, это капец. Туда вот. Хей, йоу, ребята, и сегодня мы будем играть очень страшную карту под названием Inside the Backrooms. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, берите печеньки, чаечек, кофе, усаживайтесь поудобнее, и мы погнали. Так, мы уже присоединились к игре, что-то работаем, печатаем на каком-то очень старом ПК, и мы вырубились. Ну, как обычно на работе бывает. О, он еще пердит, или что это? Это храп такой. Господи, я уже думал, что он пердит. Так, о, нормально, и мы проснулись в закулисье. Ну, бывает, бывает. Вот так вот работаешь, работаешь, потом засыпаешь и вот так вот просыпаешься в закулисье. Нормальная жизнь офисного рабочего. О, вижу стрелочку, вижу стрелочку. Стрелочка показывает идти туда. Мне, конечно, немножко страшно, но окей. Я надеюсь, что в первом уровне нету монстров. Точнее, в первой части первого уровня. Я вижу, что у нас есть вот усталость, да? Блин, это плохо, конечно, плохо, но окей. Так, стрелочка показывает вот еще одна, идти вот туда вот. Ну, пошли, пошли, что делать? Escape. И вот стрелочка показывает идти вот туда вот. Окей, погнали, без проблем. Даже если будет монстр, мы его просто отмудохаем, потому что они не страшные здесь. Так, я вижу какую-то лестницу и вижу какой-то проходик. Ну что ж, ребятки, так, всем монстрикам поцелуйте мой ас, а мы погнали. Так, все, мы выбрались вот этой дыры и телепортировались в какую-то комнату. Она полностью пустая. Вижу вот тумбочки и вот тумбочки. Окей, давайте проверим. Так, мигдальная водичка. Вообще круто, вообще круто. Рация, давайте возьмем все. А, нет, только одно. Прочитай заметку, а ну-ка. Так, ну тут все на английском, к сожалению. Я думал, будет все на русском. Но я уже понимаю, что здесь написано. Нельзя приближаться к вот этому вот монстру, потому что вам будет кобздец. Какие-то успокоительные таблетки. Ага, понял. А ну-ка давайте откроем вот эти дверки. О, еще одна папка. Дверь? Блин, вот смотрите, смотрите просто. Вообще не видно, что там какая-то дверь. Окей, окей. Так, погнали. Я так понимаю, это первая дверь первого уровня. И, наверное, первое испытание. Ну, окей, давайте зайдем. Так, цифры какие-то, цифры и хэштеги. Стойте, а для чего они нам? Я так понимаю, что нам нужно отгадать какой-то ребус. О, записка, нормально. А ну-ка подберем, подберем. Так, понятно. 1, 2, 3, 4. Я понял, все, это, наверное, настолько легкая загадка. Просто 1, стойте, 2, 3, 4. Блин, нету, нет, неправильно. Так, а что это? 8, 7, 6, 4. Вообще изи, ребятки. Мы уже такую загадку видели в игре. Я не помню, вроде в Хаги-Ваги мы видели. Так, я, конечно, все понимаю. Ну, я думал, что это уже выход. А нам еще нужно проходить. Блин, печально. Так, мы зашли уже, наверное, в основную часть игры. Мы можем пойти сюда вот, вот сюда вот и вот сюда вот. Давайте пойдем вот сюда вот. Мне кажется, здесь будет что-то лучше. Дверь, 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 дверь. Там коридорчик, мы туда не пойдем. Это прятаться? А для чего нам прятаться? Стойте, а для чего нам прятаться? Так, я уже испуган немножко, конечно. Так, открываем. Фонарики, ребятки! Это просто кайф. У нас есть фонарик. Все, я просто в безопасности. Так, и успокоительные. Так, закрыть. Вы тоже слышали этот звук? И все так стихло. Стойте, стойте, стойте. Проверяем. Ну, вроде монстров нету, поэтому
открываем вот эту. Берем вот эту хрень. Все, взяли и теперь уходим. А куда мы уходим? Красный свет, красный свет. Понятно, красный свет — это смерть. Красный свет — это смерть. Я спрятался? А где этот монстр был? Где этот монстр был? Я надеюсь, он был вот там вот. Я потерялся, я немножко потерялся. Вот лифтик, если что. Я слышу какие-то крики. Он где-то вот здесь вот был, да? Мне немножко страшно, конечно, после вот этой твари, которую мы увидели. Так, запоминаем, ребятки. Красный свет равно смерть. Давайте пройдем вот сюда вот. Это что? Это просто... Это что? Это у меня текстуры не загрузились или это баг какой-то? Скорее всего, это просто недоработки карты. Окей. Это дверь какая-то. Ну-ка, откроем. Закроем. Закроем и... кассета! Кассета! А где мы можем применить эту кассету? Я не понял. Это ухо какой-то куклы? Это человеческое ухо? Так, ребятки, WhatsApp мой по ссылке в описании, Discord по ссылке в описании, Instagram по ссылке в описании. Кто забыл свое ухо вот этом вот шкафчике, позвоните, напишите. Ну, это страшно. Так, и пальцы. Так, ребятки, снова говорю, Discord в описании, пишите, пальцы отдам за небольшую плату, потому что я их могу продать. Так, 0150. Или это 7, 0750 или 0150. Ну окей, окей, будем знать. Так, вы не можете брать. Окей, 0150. Это или какой-то код, или где-то будут часы, и нам нужно будет перевести их. Красный свет, понятно, я ухожу, понятно, я ухожу. Так. А, ой, красный свет вот здесь вот. И вот здесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, я все понимаю, но... Нет! Я успел убежать, ребятки. Я закроюсь, ай. Я вот здесь вот спрячусь и пока что подожду, пока эта тварь уйдет. Ну, я слышу тишину. Можно пойти на пролом. Давайте так и сделаем, короче. Пока что горит красный, но... Но я не вижу эту тварь. Все, белый. Кассета! Все, ребятки. Все, ребятки, все. Включаем телек. Опа. Смотрим телек, ребятки. Давайте, усаживайтесь поудобненько. Так, запереть. Так, смотрим. А, без левой ноги? Один без левой ноги, второй. Ну? Второй без зубов. Это жесть, реально. Третья. Без носа. Третья без носа. Блин, это вообще жесть. Все? Все? Больше ничего не сказано? Не сказано? А вот третий еще. Или это первый? Все, понятно. Выключаем. Пошли. Все, я все понял. Так, и что нам нужно делать? Я так понимаю, нам нужно отправиться, найти тела. А там уже будет видно. Окей. Отправляемся. Ну, здесь мы были. Вот здесь вот мы были, да? Тогда я знаю, куда мы отправимся. Что это? Что это? Ёпта! Вейперы, вы что, охренели? Что вы наделали? Зачем вы мне... Парите здесь. Так, дым какой-то был. Ну окей, давайте пойдем вот сюда. Вот мы здесь еще не были. Я вижу монстра. Я вижу монстра. Потихоньку мы уйдем. Так, потихоньку мы уйдем. Так, красный свет. Понятно все. Я надеюсь, что он вот сюда вот не проникнет. А нам нужно выпить успокоительное, потому что чувствую, что нам капец.
А где он был вообще? А, вот здесь вот где-то. А, мы могли и спрятаться, понятно. Мы просто протупили. О, здесь какой-то шкафчик. Открываем. Человеческий зуб. Ну, человеческий зуб я не отдам, потому что он мне нужен для задания. Поэтому, ребятки, можете не писать. О. А, понятно, 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 понятно. Блин, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Куда, 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 куда? Все, я не могу бежать, я не могу бежать, я не могу бежать, я не могу бежать, я не могу бежать. Это капец, мы умрем, это капец. Туда вот. Все. Да, да, мы успели убежать. Фух, ребятки, я реально уже думал, что мы умрем. Но, к счастью, мы не умерли. Или, к сожалению. Потому что нам теперь придется очень долго ждать, чтобы эта тварь ушла. Или она уже ушла? Так, проверяем. Да, она ушла. Давайте выпьем вот это вот. И этого хватит. О, труп. А что он тут делает? Лежит. Так, прочитать. Radiation room. Все, я понял. Туда мы не будем идти. Здесь радиация. Понятно. Понятно. Нужно нам найти вот такой вот костюмчик, только целый, потому что этот пробит полностью. Окей, окей, будем знать. Вот здесь вот ничего нету. Я слышу какие-то стуки. И убежали, мы убежали, мы убежали. Ребят, я реально очень и очень испугался. А откуда он выбежал вообще? Я не понимаю, откуда, типа, что? Свет же горел нормальный. Это что за дым? Стойте. Это что за дым? Походу, кто здесь очень и очень много вейперит. Шкафчик, все, будем знать. И вот еще один шкафчик. А ну-ка, откроем. Все, человеческая рука. Так, ребятки, а ну-ка посмотрим. У нас есть нос, ухо, пальцы и рука. Вообще, крутой наборчик такой, скажу я вам. Прям конструктор Лего. Так. Чё? Нас убили? Нас убили? Так просто? Так, короче, ребятки, всё-таки мы возродились. Давайте возьмем все вот эти наши вещи крутые и уйдем. Ну, я реально испугался. Так, а куда мы пойдем? Ну, вот туда... Так, понятно, вот туда мы не идем, вот туда мы не идем, а мы идем вот сюда, вот. Это что? Это конструктор какой-то, или что это за мусор? Я надеюсь, он не смертельный? А, это все, я понял, это нужно с вот этой вот хрени сделать какую-то картинку, что-то должно открыться. Все, я такое уже делал, я не помню, в какой игре. Окей, я понял, давайте сделаем картинку. Так, мы сделали картинку, какой-то очень и очень странный дым, и у нас открылись двери. То, что открылись двери, это круто, но вот это... Меня бесит вот этот дым, для чего он здесь? Так, ну окей, давайте зайдем в эту дверь. И здесь все, 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 все. Час, час, сколько там написано было, я не... Отвертка и... и зубки, все, ребятки, у нас есть, а где у нас зубки? А, вот, у нас есть зубки, все, все части тела, и нужно взаимодействовать, я даже знаю, какое там время было. А, я понял, нам нужна стрелка. Ай, блин, а стрелки у нас-то нету. Понятно, 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 не нужна нам стрелка, давайте как-то пройдем. Блин, нас убили, вообще печально, но окей. А что мы не изучили, стойте. О, мы можем запирать вот эти вот хрени, и через них не будут идти монстры. Это круто, кстати, это крутая возможность, но у меня вопрос, что мы не изучили? А не изучили мы вот эту вот часть карты. Есть дверь, открываем дверь, вот здесь вот какой-то код, а код мы не находили, нет? Нет. Код мы не находили. Здесь вот... Вот здесь вот нету кода, но... Стойте, это что? Ребят! Ребят! Все,
Все. Нужно вспомнить, где были вот эти вот часики. Я уже все понял. Мы сейчас по ходу пройдем игру. Все. Берем вот эти вот часики. Короче, ребятки, пересмотрел я запись и понял, что там было час 50. Час 50, это 30, это 40, 50, все понятно. Или 7:50, я там... Там неразборчиво еще так написано. Так, давайте перекрутим. Наконец-то я разгадал. И что мы получили? 3, 5, 4. Все, это от сейфа код. 3, 5, 4, 6. 3, 5, 4, 6. Запомнили? 3, 5, 4, 6. Он здесь был. Все, я понял. Или нет, здесь было... Капец, мы умерли. Здесь была вот эта хрень. Да, ребятки, в итоге мы, блин, умерли. Мы умерли и не прошли даже первый уровень. Это просто капец. Ну что ж, ребятки, давайте наберем на этом видео 30 лайков. Если вы реально соберете 30 лайков, я попробую перепройти эту игру и уже пройти первый уровень и половину второго или весь второй уровень. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем ролике.